Вслед за Лондоном выставка «Полет в Баку. Современное искусство Азербайджана» в этот раз открылась в Париже. Интерес к ней можно было увидеть и в рекламных табло на улицах французской столицы. Имеющий особое значение среди мероприятий, проводившихся фондом Гейдара Алиева с целью еще большего представления Азербайджана в мире, выставка открылась в известном парижском поместье Соломон де Ротшильд, что еще раз подтвердило приоритетность пропаганды нашей культуры в деятельности президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиевой и вице-президента фонда Лейлы Алиевой. Выставку, проводимую по инициативе Лейлы Алиевой, можно оценить как успешное представление современного искусства Азербайджана, сочетающего в себе традиции восточной и западной культуры. На церемонии выступила вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Она отметила, что демонстрируемые на выставке динамизм и творческий дух отражают большую часть того, что происходит сегодня в Азербайджане. «Моя страна переживает беспрецедентный период развития, и это еще более яркой форме показывает себя в области искусства», — сказала Лейла Алиева, рассказала об истории древнего Азербайджана, отметила имеющиеся в продаже в Париже журнал «Баку», подчеркнув, что в издании отведено также место и молодым художникам. Лейла Алиева предоставила также информацию о демонстрируемых на выставке произведениях и художниках, отметив, что в выставке принимают участие 21 художник из Азербайджана, демонстрируется свыше 100 произведений, в том числе видео, инсталляции, художественные произведения, перформанс и фотографии. Особый интерес в том, что большинство произведений созданы именно для выставки «Полет в Баку», и они экспортируются впервые. Мы планируем организовать эту выставку по всей Европе, а также надеемся в Нью-Йорке, после чего она вернется в Баку, сказала Лейла Алиева. Отметив, что в мае в Баку пройдет песенный конкурс Евровидения, она пригласила участников приехать в наш город, чтобы восхищаться его красотой. Куратор выставки Эрве Микайлов отметил, что эта выставка привлекает внимание своими богатыми экспонатами. Представленные здесь произведения отличаются своей оригинальностью. «Азербайджанское искусство имеет древние исторические корни», — сказал Эрве Микайлов и подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют еще большему его признанию в мире. Он поблагодарил президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиеву, вице-президента фонда Лейлу Алиеву за их вклад в организации этой выставки. Затем первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева, министр культуры и коммуникации Франции Фредерик Миттеран ознакомились с экспозицией выставки. Среди ее участников есть и имя вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Иллюстрации к сказкам книги «Жили-были», автором которых является Лейла Алиева, в скором времени увидят свет на русском и английском языках. Ее авторские полотна «Гранат», «Гранатовое дерево», «Жизнь продолжается» и другие привлекают внимание своей оригинальностью. Своей неповторимостью и стилем привлекает внимание работа молодой художницы Аиды Махмудовой, в которой она представляет события и чувства, пережитые в жизни. На выставке известные художники Алтай Садыхзаде, Энвер Аскеров, Мирнадыр Зейналов. В целом 21 автор представили живописные и графические работы, скульптуры, инсталляции, видео и фотоарт. Авторы, которые помимо вскрытия глубоких слоев современного изобразительно-визуального искусства Азербайджана и его разнообразия, демонстрируют и возможности сохранения своей самобытности в многообразном культурном пространстве. Каждое произведение привлекает внимание своей оригинальностью и художественным стилем, превалированием авангардных идей, рассказывает о своеобразии азербайджанского искусства. На выставке, где вместе представлены продукты оригинального вкуса, неординарного мышления и тонкой души, внимание привлекают и технологии нетрадиционного стиля. Среди участников выставки есть имена художников, представляющих нашу страну на Венецианском биеннале в различные годы, деятели искусства, принимавших участие в авторитетных международных мероприятиях, а также молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Из этого следует, что благодаря проектам, реализуемым фондом Гейдара Алиева, для выявления талантливой молодежи наравне с пропагандой богатой культуры Азербайджана становятся известными и воспринимаются во всем мире и наши таланты. Демонстрируемые на выставке произведения еще раз доказали, что возможности искусства безграничны и оно не знает никаких преград. С другой стороны, атмосфера, богатая авангардными оттенками выставки, также демонстрирует, что в Азербайджане культуре и искусству всегда уделяется большое внимание. В нашей стране проводятся мероприятия, направленные на создание благоприятной среды для развития культуры, обеспечения свободы творчества.